как вы заколебали? Как вы заколебали? В смысле, как... Пошел в жопу. Я... Нет. Я сдаюсь. Я больше не хочу в это играть. Хреновая это была идея записывать 2D Minecraft. Сейчас тебе скажу. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем начинать наши новые приключения в 2D мире, да! Да, ребята, всем привет, и это, можно сказать, наша новая рубрика в Майнкрафте, поэтому выйдет ли следующая серия, зависит только от вас. Да, это будет что-то необычное, я надеюсь, что у нас тут получится выжить, поэтому ставьте огромные лайкусики на мой видос, на видос Евгения, набираем 15 лайков, сразу выходит новая серия, как обычно. Подождите, мне нужно вам что-то быстренько сказать, прям сказать, вот так и все. А вы знали то, что у меня есть свой сервер Дискорда, не? Так вот, я вам расскажу то, что сюда я частенько захожу щиками. Ребята, сервер открыт полностью для всех, то есть не нужно ничего покупать, просто сейчас можете скачивать Дискорд и заходить в мой сервер и общаться не только со мной, а со всеми остальными подписчиками. Да, и также со мной, потому что сюда я буду также частенько заходить. Ссылочка есть в описании, поэтому прямо сейчас заходите, я вас буду ждать. А сейчас приступаем. А что мы сейчас будем с тобой делать? Мне кажется, тут бы все очень как-то сложно вот так управлять, да? Да, это на самом деле очень реально непонятно, потому что мы зашли и даже не можем тут нормально передвигаться. Это на самом деле очень сложно. Так, я предлагаю в первую очередь, когда ты заходишь в Майнкрафт, что нужно делать? Добывать дерево, да? А, да. Давай сразу уточним... Дерево упало! Дерево! Давай сразу уточним тот факт, что это не обычное дерево, а двухдэшное дерево, да? Двухмерное, да, дерево. Двухмерное дерево, да. А, это сложно, на самом деле, это сложно. Подожди, знаю, как, подожди. Как срубить верхнюю часть? А, я могу, ломаю. Подожди. Да не падайте, не падайте! Подожди, нас подписчики спросят, да, а что это такое, ютуберы? А мы ответим, а что это такое, Жек, подожди. Это не знаю, это очень-очень странно. Это мод, можно сказать, это мод, да. Да, это мод на 2D мир. Мы скинем все в описании, когда лайки наберем, да, это, конечно, все круто. Жека, я предлагаю в первую очередь сделать верстачок, может тут обосноваться даже в этой пещере, как ты думаешь? Да, Эдисон, я еще хотел сказать, что здесь 2D мир не только обычный, такой же 2D и ад, 2D, край и все, да, прочее. И все остальное. Если мы наберем много лайков, то у нас будет прям полноценный тут такой летсплей, да? Мы обещаем! Или не обещаем? Да, я тоже что-нибудь скрафчу. Давай, крафти. Если лайки наберем, то мы просто обещаем. Все будет, мы прям обещаем. У нас задача, какая задача в этом мире? Нам, ну, давай на первую серию хотя бы, мы должны сделать хотя бы домик, потому что если ночь наступит, а мы не будем к этому готовы, то будет... Жоп! А подожди, вот мне кажется, никто сейчас не понимает, насколько сложно тут вообще управлять персонажем. Это просто жопа на самом деле, это нереально, как сложно. Вы понимаете, ребята, мы управляем как бы как в 3D, но это 2D. Да, и это еще и Майнкрафт не забывайте, да? То есть я копаю... Подожди. Жека, у меня сейчас будет железо, понимаешь? Железо будет. Хорошо, давай добывай железо, смотри. Давай мы будем железо и уже поищем то место, где мы будем жить, потому где что будем жить в пещере я не особо хочу. Конечно... Мое железо, не трогай мое железо, понимаешь, это мое железо. Так, все, я украл. У меня 8 железа. Ой, извини. Я случайно. Мне кажется, мы тут друг друга больше чаще будем убивать, чем каких-то... Да подожди, да я сломаю верстак. Я просто хочу дальше пролезть. Жека, я уже очень проголодался, я тебе честно скажу. Очень, да. Да, я еще пока не проголодался. Кстати, тут очень мало живности и очень мало вообще мобов. Я случайно. Так, подожди, а мы все деревья срубили? Мне кажется, там еще одно было. Подожди, знаешь, в чем проблема? Ты взял ростки из деревьев. Нет, не взял, стой, свинюху нашел, Жека! Подожди, давай вернемся, заберем ростки, потому что мы так не сможем. Адам, Расти. Смотри, знаешь, что нам еще нужно? Нам еще нужно семена, чтобы мы смогли выращивать какую-то еду, чтобы если мы ее не вырастим, это, конечно, будем... это, конечно, все хорошо. Давай, Жека, прокладывай нам проход, подожди. Это сложно, это очень сложно, давай копаем. Как поставить блок? Как блок поставить, Жека? Подожди, не ставь, не ставь. Подожди. Так, ладно. Копай. Я думаю, мы приноровимся. Да подожди, ну, Жека, я ж так ничего не вижу, понимаешь? Все нормально, опа, все под контролем. Опа, мы молодцы. Так, я предлагаю в ту сторону побежать. Подожди, давай еще срубим вот эту вот штуку, все, вот эту штуку мы срубим. Какую штуку? Ну вот, траву. Знаешь, у меня такое ощущение, как будто меня что-то плющит, я вообще ничего не могу никуда смотреть, туда-сюда, понимаешь? Дерево, тут что, дерево есть.
Давай, мы сейчас его тоже забудем, но я пока соберу раз. Давай, руби дерево, руби! У нас будет пшеница, ты понимаешь, у нас будет пшеница. Это прям очень клево. И, кстати, знаешь что? Нам еще нужно сделать обязательно кроватку, потому что если мы куда-то убежим, то мы потом дом не найдем. Это, конечно, все очень даже хорошо, то что кровать. Ты предлагаешь в ту сторону бежать? Мне кажется, в другую сторону нужно бежать. Тут, смотри, тут есть трава, поэтому я буду пока ее собирать, потому что она пригодится по-любому. Все, хватит тебе, куда я в небо смотрю, подожди! Пойдем еще посмотрим, что там есть. Так, да, куда? Сюда, в эту сторону? Да, в эту сторону. Давай, лучше не бегать не на спринте, чтобы у нас голод не тратился. Опа, сильно. Я что-то не хочу тут. Опа! Опа, овечка! Овечка, слушай! Так! А! Нет, они за не убивают! Да я случайно, ну как бы я. Эндермен! Валим! Я не был к этому. Да куда? Они там развлекаются с Квином. Смотри, он умирает! Давай завалим его, Жека! Я бегу, подожди. Собака, смотри, какая собака! Он меня пьет! Убил. Что выпало, что? Эндерперл, слушай! Отлично, ты его пока не используй, оставим его на Эндермен. Хорошо, я не буду его использовать. Интересно, а как ты вот еще портал в Эндермир, если это 2D? Ты что, дебил? Меня тут... Алло! ТП-х! А чё меня никуда не ТП-хнуло, Жека? Боже, ты дебил, зачем ты его использовал? А зачем он мне нужен? Я хотел ТП-хнуться, чтобы обогнать тебя, понимаешь? Там можно будет Эндер... потом портал... Не бей меня! Я держи цветочек, я тебе там выкину. Спасибо, да нет, приятно, спасибо. Ещё один держи цветочек, я тебе выкину. Так, конечно, подожди, давай где-нибудь вот здесь и построимся. Мне кажется, это хорошее место. Да. Прекрасно, смотри, какое небо у нас красиво. Видишь, какое небо красиво. Посмотри на звезды, посмотри. Просто великолепно, не могу наверх смотреть, дебил. Я тоже не могу. Давай посадим деревья, чтобы они не сросли. Давай, посадим деревья. Опа, а у меня меч, есть Жека, смотри, какой у меня меч. Давай там. Где там? Вот сюда иди, вот сюда. Жека, я не могу так управлять, я буду вот так бегать, я буду от первого лица бегать. Так намного прикольнее, это уже не 2D, конечно, но все же, понимаешь? Да не, давай не надо от первого лица, смотри, подожди, у меня такой к тебе вопрос, ты верстак забрал, да? Да, вот он. Смотри, нам нужно сделать дом, это очень сложно сделать дом. Нужно поставить дом. Ставь верстак, давай, Все, давай. Опа! Верстак есть. Ночь наступает! Подожди, Жека, мне кажется, нам нужно добыть печку, понимаешь? Печку нужно, чтобы... Печку нам срочно нужно добыть. Ищи ее, подожди, я еще найду печку. Знаешь для чего? Никогда в жизни не догадаешься для чего. Чтобы переплавить железо? Нет, ты что, ты вообще тупенький? Нет, чтобы пожарить мясо у меня есть 2 месяца, понимаешь? Фига себе, ты жесткий. Я крутой. Я предлагаю сделать хотя бы пол в нашем доме, потому что это будет как-то некрасиво. Пол, давай пол из каблстона сделаем, Как ты на такое смотришь? Давай, я не против. Я так сделаю эту лесенку, здесь у нас будет такая мини-пещерка. Да. Ты, конечно, молодец, то, что мини-пещерка. Дикисон, темно, нам нужны факела, нам нужен уголь, где уголь взять? Так, точно у нас угля нету! Тут есть еще железо, слышишь? Это, конечно, хорошо. Так, Жека. Это вообще прям отлично. Это прекрасно, я даже так могу сказать. Я добуду это железо. Ты добудешь железо? Ты добываешь железо, да. А я добуду... Можешь делать тут лесенку, чтобы я потом как-то выбрался? Как? Я не знаю, как-нибудь. Какую лесенку? У тебя есть дерево еще? Ну, лесенка. Крипер! Жека! Аборт, Мишель! Аборт за Мишель! Жека, убегай! Как от него убивают? Подожди! А чё ты не убегал? Я хотел его убить. Как убить? А где ты? Куда я шандарахался? Подожди. Это 2D Майнкрафт! Как ты хочешь крипера убивать? Не собирай мои вещи! Не собирай мои вещи! Где я? Мы... Подожди, я чё-то... Эдисон, я не знаю! 2D сломался! Где моя кирка? Подожди! Да в смысле? Мы еще улетели! Какая тут первая ночь какая... Куда я падаю? Он меч взял, собаку! Он меня убил моим же мечом! Надо собраться. Скелет! Ты такой, как собраться? У меня нету оружия даже, ты понимаешь? Меня убивают! У меня стрела в башке! Подожди! Собака, отстань! Я бью его! Жека, это как-то слишком сложно, я не могу играть в эту хрень 2D-шку. Хардкор какой-то, абсолютный, я убегаю. Он у меня, ты слышишь, собака, ты паскуда, отдай мой меч. Меч отдай! Иди сюда, давай, поднимайся, Мы не успели сделать дом, понимаешь? Мы вообще ничего не успели. Так, крип! Жека, мне кажется...
Я куда-то вниз улетел! Жека, мне кажется, крипер сломал всю систему. Он просто взорвал вот эти невидимые стены, понимаешь? А что делать? Это... Подожди, это собака отдала мой меч? Не отдала? А, вот он вернулся, вернулся, Жека, вали! Где он? Дебил, у меня есть! Где? Жека, ты понимаешь, что я вообще пить не могу? Я потерян в пространстве. Подожди, давай мы тут отсюда свалим вообще подальше. Есть какой-то вообще инструмент? Я хочу меч свой собрать туда. Жека, это сложно, Жека. Я не знаю, что делать. Я просто не знаю, что делать. Это сложно. Да как? Он меня убивает с трех ударов! Короче, Эдисон, в жопу твой меч, я ухожу отсюда, я просто... Крипер! Так, отстань. Если что мы делать будем, я не знаю вообще, что и как тут выживать. Понимаешь, у меня тут апокалипсис творится, я не знаю, куда бежать. Так, я тоже не знаю, я делаю быстренько что-нибудь и убегаю. Кирка у тебя есть? У меня ничего нет, какая кирка, я все просрал, все просрал, понимаешь? Все, зря просрал. Хорошо, я хотя бы верстак заберу. Добывай верстак. Подожди. Куда я, где в пространстве? Все, я тут. Тихо, не бей меня, все, убегаем. Нужно убегать. Да как вы заколебали! Как вы заколебали! В смысле? Пошел в жопу! Я сдаюсь. Я больше не хочу в это играть. Хреновая это была идея записывать 2D Майнкрафт, сейчас тебе скажу. Вот я не хотел записывать, вот нужно было меня слушать. Эдисон, я не знаю, что делать, я сейчас просто сделаю стенку. Пошли вон от меня! Меня скелеты бьют, понимаешь? 2 скелета! У меня тут какая-то тусня скелетов. Верстак валяется, нужно брать. Если у меня есть верстак, это уже хорошо. Жека, зомби. У меня больше нервов не осталось. Я сейчас дам. Я сейчас покончу жизнь, понимаешь? Все. Я ничего не могу. Я не знаю, что делать. Эдисон, мне кажется, просто нужно этом заканчивать, потому что я не знаю, как дальше. Мануба в Майнкрафт, понимаешь? 2D Майнкрафт, мы реально. Не бей меня, пожалуйста. Я просто не знаю. Эдисон, мне кажется, нужно реально сделать так, чтобы решили наши подписчики. Если они хотят какое-то сумасшедшее выживание в 2D мире, то мы сделаем вторую серию и все. Как бы сделаем фэншую. Зачем ты сюда? Жека, нас окружили! Тут три зомби, понимаешь? Где я? Давай! Так меня опять столкнули, понимаешь? Я опять лечу в космос. Я тоже. Неизведанное пространство, короче. Так, Эдисон, телепортируйся ко мне и телепортируйся. У меня есть палочки, у нас есть... Это хорошо. Есть какая-то Я предлагаю на этом закончить. Предлагаю очень сильно на этом закончить, потому что мы первую ночь точно уже не пережили. Мы умерли сколько раз? 10? Нормально. Это жесть, я больше раз, чем 10 умер. Меня убил зомби моим же мечом 5, понимаешь? Да, это было... В общем... Я предлагаю не грустить и закончить эту серию. И, как ты сказал, подписчики будут решать, будет ли у нас продолжение, вторая серия или нет. Ребят, ставьте лайкусики на оба наших видоса, самое главное, на оба. Оба, понимаете, оба, и выйдет поражение. Да. Если вы хотите, конечно, выйдет поражение. Гимнастика, понимаешь? И еще пока нас не сожрал зомби, нужно подписываться на наш канал, чтобы смотреть наши ролики, свои ролики, и на наши инстаграмы. Ролики каждый день. Все, пока, ребята! До свидания, да! Пока, что ты какой-то ебой! Ебой!